Задержит. Давайте посмотрим, что задержит их. Вы едете? Езжайте, конечно, мам, едем. Не будет. Мы с Гордоном отвлечем их внимание, чтобы вы смогли уехать из города. Вот не надо. И сядем на следующий поезд. Ой, не стоит. Ну ладно. Тут что, расписание у них? Торопитесь. Пускаем следующий. Давай. Че, электричка, че? Мне это больше всех надо, как будто бы. Пока, парни. Удачи. До скорой встречи. Ну все. Газуйте. Ту-ту. Ох, чувствую, битва придет нехилая. Давай, давай, открывай. Подгоняй. Нельзя терять времени. Не теряй. И... Значит, Гордон осторожный. Где я тебя не вижу? Ну-ка, давай-ка переиграем вот эту сценку. Так. Как только ты исчезаешь. Я подгоню поезд. Нельзя терять времени. Ну, а я тоже сейчас свалю. Он мне не даст, да? Так. Мне, по идее, так-то сюда и надо. Неправильно. Вот так. Теперь. Давайте посмотрим. Сохраним, но... Мне охотиться на него придется сейчас, я так понимаю. Внимание! Эй, да идите вы нахуй! Я считаю это нечестно. Назад, назад, назад. Так вон они откуда, я так и думал. Я так и думал. Первая ракета есть. Вторая ракета есть. Третья ракета есть. Жаль, все кончились. Ой.
Здесь интересно, есть еще ракеты? Так. Ай-яй-яй, мне в любом случае, да, придется туда. Ладно, ничего не поделаешь. Так. Вот так. Разбили ячейки, хотя надо было разбить ему нос просто. Так. Я что-то маленько недопонимаю. Я пришел туда, откуда начал. Вот я бы смысл бы прямо сейчас. Ага, ага, два раза. Не надо было, да, сюда прыгать? Нет, не надо было. Оно того не стоило. Так, и куда мне тут? Где он мне взять? Мне еще где-то надо ракету взять, да? А где их взять? Их, знаете ли, не производят вот так вот просто такая, как еще попал. -то? Так. Ну, попал бы сюда, и мне этого ничего не дало бы. Поэтому надо думать, куда тут надо идти. За стекло? А смысл?
подождите. Может, в тебя во все подряд надо палить просто и все. Я так думаю. Что у меня там еще есть? Ерунда получается. Гранатомет его хреначит. Итак, по ходу дела я что-то упускаю. Ну-ка. У меня такое чувство, что он туда надо. Спокойно. Так. Так. Будем смотреть, как это можно сделать. Сюда точно. Так. Вот так, подождите. Сюда. Ага, вот, точно. Нифига не так, так назад. Теперь-то мы ученые. Нифига, вот нафиг я ее притянул. За каким хреном спрашивается? Нет, не так. Надо, значит, уничтожить их до того. Вот так. Они все равно будут уничтожены. Кто это был? Нифига, так, нифига себе. Заметьте. Да. Спокойно. Не вижу ничего.
Подожди. Я должен тебя убить как? Как? Не так, подожди. Нифига не так. Так вот, в тебя кинуть бомбы, что ли, ты? Где? Кто? А, это деревянный. Так. Так, еще одно, еще одно. Тихо. Не понял, кто? Это глюк, что ли, такой? Точно глюк, мне кажется. А, все, я попал. Попал ты, правильно сказать. Нифига не так, подожди. Даже нифига не так, назад. Все. Убил я дядьку. А здесь что было? Здесь тоже ракета? Тоже. Ох, я бы тебя закидал. Так. Так, понимаю, мне туда. Так, а мне прыгать сюда надо или как? А, вот слезть можно. Как цивилизованный человек. Просто класс, Гордон! Ты мой герой! Еще бы! Хвали меня! Похоже, мы все-таки сумеем спастись. Скорее, отправляем поезд. Отправляем. Я за тобой. Не понял, куда в поезд-то? Куда мне идти-то? Ткни пальцем-то. Поехали. Поехали. Мы сумели, Гордон. Сумели. А все благодаря мне сумели. Хмели сумели. Поехали. Мы сумели, Гордон. Что, тебе что-то ответить надо? Пока-пока. Вау. А я думал, он еще придется сейчас с этой мухой бороться напоследок. А нет, смотрите. Боже мой, началась трансляция. Портал.
который я закрою во второй части. То есть закрыл, потому что я не по порядку играю. Сейчас этот свет до нас зайдет, что будет-то? Не дошел? Что? Какой эффект-то? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся уже в следующей игре. Пока!